Крупнейший турецкий холдинг готов инвестировать сразу в несколько секторов казахстанской экономики. Это энергетика, горно-металлургический комплекс, текстильная промышленность и производство бумаги. Об этом сообщил глава РН Холдинг Ахмед РН на встрече с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Глава казахстанского правительства отметил, что свыше 4000 компаний с турецким капиталом уже работают в Казахстане, преимущественно в горно-металлургической отрасли, пищевой промышленности и фармацевтике. Представители турецкого холдинга теперь изучат потенциальные проекты для инвестирования.